Факты, которые спасут тебе жизнь. Если вы когда-то упадете на рельсы с края платформы, не спешите подниматься наверх, не тратьте на это времени. Там есть специальные отверстия для того, чтобы человек мог проползти. Если за вами когда-нибудь погонится белый медведь, полностью разденьтесь и бросьте одежду на землю. У белых медведей синдром дефицита внимания. Они начнут рассматривать вашу одежду, прежде чем дальше погнаться за вами. Вы успеете убежать. Факты, которые спасут тебе жизнь. Если ты когда-нибудь наткнешься на акулу в океане, не бей ее в нос. Под водой очень сложно метко кого-то ударить, поэтому можно попробовать проткнуть глаза или разорвать жабры, чтобы акула поняла, что ты не жертва. Факты о Южной Корее, которые ты не знал. Только 3,2% жителей Южной Кореи имеют лишний вес. В Южной Корее люди с одинаковой фамилией не могут вступить в брак. Везде есть бесплатный Wi-Fi для всех желающих.